известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться. Выходы в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Я приветствую всех телезрителей нашего телевизионного канала NEFS TV. В эфире новая передача, 32-я, и я ее ведущий Всеслав Соло. Сегодня мы поговорим с вами на тему чувства вины и самопроклятия. В студии вопросы задает мой соученик Беллини, а я постараюсь искренне и достаточно серьезно отвечать на них. Дело в том, что сам термин «самопроклятие» я ввел в эзотерику, в мистику достаточно давно. Наблюдая за тем, как в жизни обычного человека организовываются и как протекают, и во что выливаются обычные просто проклятия, я на консультациях, во время обучения, во время магических операций, которые проводил многочисленно, стал все больше выявлять отдельное значение энергетическое, которое потом сформируется у меня в это понятие самопроклятие. Дело в том, что это удивительная вещь, которая легко одевается любым человеком и к любому подходит, но снять ее потом по жизни очень сложно, практически невозможно. И вот сегодня мы эту тему, такую страшилку, да, с вами постараемся разобрать. Может, все-таки есть какие-то варианты, чтобы вовремя избавляться от самопроклятий? Давайте послушаем сейчас первый вопрос моего соученика Велиния на эту тему. Всеслав Маркович, добрый день. Совсем недавно, когда я гулял по улице, я был свидетелем достаточно интересной ситуации. Это был небольшой кусочек из разговора, но в принципе этого кусочка было достаточно для того, чтобы понять его суть. Так вот, мама разговаривала со своей уже достаточно взрослой дочкой, и они предъявляли друг другу взаимные обвинения. Мама говорила дочке, что та не слушает ее каких-то жизненных советов, подсказок. А дочка, в свою очередь, очень эмоционально попросила свою маму больше не вмешиваться в ее жизнь. Вот. И обвиняла ее за то, что та практически постоянно старается навязать свое мнение и принимать активное участие в ее жизни. Вот подскажите, пожалуйста, что такое чувство вины, как оно возникает и почему вот такие вот ситуации, как вот из этого примера, который я рассказал, свидетелем которого я был, часто можно встретить между родными и близкими людьми, также между мужчиной и женщиной такие ситуации встречаются, или же в кругу друзей, коллег по работе. Здесь прежде всего нужно рассмотреть само состояние. Что же такое чувство вины? Почему действительно вот то, что рассказал нам Велиний сейчас, случай, подмеченный им на улице, почему вот люди, да, очень часто друг друга стараются обвинять? Что же такое чувство вины? Чем оно было приятно для мамы, которая хотела вызвать это чувство в своей дочери? И чем оно было неприятно для дочери, которая сопротивлялась вызову этого чувства? Дело в том, что чувство вины – это как бы, вы знаете, и, ну, какая-то как планка, что ли, да, линеечка, по которой человек как бы чувствует себя, ну, более рослым, что ли, более значимым, если его нет, этого чувства вины, и более таким как бы стабильным, уверенным в себе.
вот мама, которая так вот отчитывала на улице дочь при всех, что даже Веринь это услышал и заметил, то, понимаете, она хотела свое чувство превосходства выразить и как бы похвастаться собственным опытом. Ну, нашла, как говорят, свободные уши, да, ну, которые как бы зависимы от нее. Ну, как вот, знаете, некоторые рождают не ребенка, а рабенка, да, для того, чтобы вот он послушно выполнял все капризы родителя. Ну, это шутка, конечно же, но в каждой шутке есть доля правды. Так вот, значит, мама, имея собственный жизненный опыт, очень хотела, чтобы его слушали, чтобы его кому-то не навязать даже, а представить. Она и получала это его через, может быть, и кровь, и пот, для того, чтобы ее дети могли уже не тратить кровь и пот свои для приобретения подобного же опыта, чтобы они не повторяли сооружение велосипеда по жизни своей судьбой. Так вот, мама, естественно, в таких благих намерениях, да, в общем-то, старалась себя навязать. Все-таки навязать. Но это со стороны так дочь видела. А с ее стороны, конечно, это было не навязывание, а именно вот жажда, что превосходство. Ты еще вот слаба, ты вообще ничего не понимаешь, а я вот такая умная, я вот такая грамотная. То есть это гордыня, конечно, это гордыня. И вот когда эту гордыню ущемляют, дочь говорит, нет, не надо, да, мама, не влази. А может, даже и ругается, да, нехорошими словами. Не лезь, мол, я сама... С усами, говорится, или без усов, но я сама разберусь со своей жизнью. Но мама настаивает, как же так? Она же столько вот лет жизни потратила и хочет, чтобы вот по ее струнке все было, и вдруг не слушает. И вот она пытается по-разному укусить, ужалить, обвинить, ну чтобы вот дочь все-таки вдруг про себя сжалась, съежилась и подумала, какая же я негодяйка. Как же я могу так вот ослушиваться маму, как же я могу так поступать, мол, она ж знает, а я нет. То есть, что нужно было у дочери вызвать? Вот что мама хотела вызвать? Чувство вины. Все, вот только в глазах бы это блеснуло, и мама рассияла. Она была счастлива. Счастлива, что дочь получила самопроклятие. Вот представляете, как интересно, да? Потому что если человек... вызвал себе чувство вины, его вот так вот направили на это чувство вины, то он автоматически себя самопроклял. Ведь не судите, и судимы не будете. А я говорю всегда, еще так своим соученикам, не суди даже себя самого. Ибо как ты можешь судить себя? Ты тогда, когда-то поступил, как ты считаешь сегодня, неверно. Но ты же тогда, когда ты так поступил, считал, что это было верно. Ты так был развит. Какое имеешь право ты сегодня более совершенный, совершенными глазами видеть и обвинять того, который был несовершенен? Он тогда был прав в меру своих открытых глаз. Зачем ты себя того, в то время совершившего что-то неправильное, осуждаешь сейчас как правильный и развитый? Ты не имеешь на это права. Ты можешь увидеть, что тот человек был вот, ну, не понимающий, что-то неправильно сделал, как ты считаешь, но ты его не обвиняешь, нет, он сделал так, как мог, понимаете? А ты сегодня другой, ты просто берешь и делаешь вывод, не трогая то прошлое, не надо его обвинять. Наоборот, оно драгоценно для твоего сегодняшнего вывода. Это сказка, которую не надо ломать, из нее делается вывод, понимаете? Вот какой важный момент здесь нужно выводить для себя. Именно вывод. Помните, сказка заканчивается, а в ней намек на что, да? Вывод в конце сказки. Так вот, то же самое и здесь. Что ты там делал неправильно? Да фиг с ним. Он не мог, тот, который там был, то есть ты же там был, да, когда-то там, вчера, позавчера, год назад. Когда этот случай был, который ты сейчас, сегодня рассматриваешь, более зрелый, более умный, а тогда был более ненадежный и глупый, как ты считаешь. Так вот, не осуждай ты того себя. Сделай вывод и иди дальше. Иди дальше. Как только ты сделал вывод, это все, что было как
вот совершено, как ты считаешь, неправильным, но ты не осуждаешь, а просто считаешь, что это вот тебе не нужно, то есть ты не будешь больше таким пользоваться путем, то оно сразу же все исчезнет, от тебя отстанет и растворится. Вывод сделан, случай даже может забыться полностью, если вывод есть. Вы понимаете, какие интересные вещи? То есть это вот я сразу объяснил, как защищаться на ходу от самопроклятий, то есть как их не совершать. Так вот, умная мама, которую подслушал на улице Велини в своем вот повествовании в первом вопросе, да, в этой передаче, умная мама должна была себя как повести? Она должна была объяснить дочери: слушай, дочь, ну да, ты сделала это, ну что, фиг с ним, ну ты вот так вот понимаешь, да, ну что я могу сделать? Ну давай разберемся, просто сейчас разберемся. Да, ты права, ты вот так вот сделала, там, ну не пошла куда-то или что-то там натворила, да, сказала кому-то не так что-то, ну мало ли чего, да. Вот, ну я понимаю, ну кайф тебе был, покурила ты, да. Ну слушай, давай рассмотрим ситуацию немножко с другой стороны. Ну вот ты знаешь там Федора Павловича, да, на моей работе? Да, говорит, знаю. Ну, ты помнишь, что с ним случилось? Ну, да, помню. Рак легких, говорит. Ну, так он видел, видела, да, сколько лет курил? Ну, да, помню. Ну, сама посуди. Вот конкретный пример человек, да. И я бы не хотела, не очень, очень бы не хотела тебя потерять. Я тебя очень люблю. Давай сделаем вывод, что это все-таки не то, что там сделала, ладно, это говорится, ты получил удовольствие и все, забудем об этом. А вот сделаем вывод, хотя бы первый, что ты все-таки постараешься бросить курить. Ну просто постараешься, почитаешь еще какие-то книжки, самой поговоришь, пообщаешься, с какими-то, может быть, другими подругами даже встретишься. То есть вот мама должна была найти хода такие, понимаете, которые бы позволили ей не унизить ребенка, не унизить ее дочь, не вызвать чувство вины и не совершить самопроклятие. А во что могло вылиться вот такое самопроклятие у этой дочери? Да во что угодно. Она осудила себя курящую, да? Значит, она что, испугалась, что она курила, правильно, да? А раз она испугалась, что она курила, дальше она начинает жить. Значит, продолжает, если курить, то, естественно, она могла забыть об испуге, о том, что она себя самопрокляла в этом направлении. Она могла продолжать курить, может, 10-15 лет, и у нее действительно начался рак. И она даже забыла об этом случае, что мама на улице унижала ее, но она тогда самопрокляла себя, и рак начался, понимаете? Вот в чем дело-то. А если и не начался, то она является дальше носителем этой логики, то есть не конкретно там рак, а вообще какой-то проблемы от курения. Поэтому, общаясь с кем-то, она уже, ее подсознание будет видеть, как ее подруги курят, и те могут как-то заболеть или какие-то проблемы у них будут, понимаете? Или же просто на улице люди, которые вот на остановке автобусной стоят, и уже от этого, что они ее увидели или там заговорили с ней, тоже могут как-то быть испачканы и испорчены по жизни. Вы представляете, то есть человек, у которого есть самопроклятие, мало того, что он самопроклял себя, и всегда это вот минное поле, на котором теперь живет дальше, может сработать в любой момент, но еще ко всему прочему самопроклятие способно перекочевывать. Даже не перекочевывать, нет, оно остается навсегда, пока не уберется энергетически, оно навсегда у своего хозяина. Но оно способно еще пачкать других людей. А значит, этот человек несет и за них потом ответственность по жизни. Чем дольше ты носишь самопроклятие в себе, человек, тем больше ты виновен будешь, когда это самопроклятие будет размножаться на окружающих тебя людей и предметы. Предметы тоже способны записывать состояния людские, его энергетические волны души, какие угодно предметы, мебель, дерево на улице, асфальт, облако, ну все, что хотите, вода, река, лес, животные, все может записываться, даже продукты. Я вот совсем недавно зашел в магазин, смотрю, женщина подходит, а у нас же самообслуживание везде, да, подходит и берет бананы и рассматривает их.
Смотрит, положила как бы себе немножко раз в сторонку, как бы и опять обратно кладет, другие берет. Опять рассматривает, положила к себе, опять как бы шаг в сторону и опять кладет. И так она пробовала, ну я не знаю, ну связок 20 я стоял с азартом, наблюдал за этим. Причем она это видела и делала без всяких проблем. А хорошо, если она это делала просто, ну вот у нее моль стукнула, ну временная, будем считать, шиза, да, шизофрения. А может быть, это она задумалась в этот момент о чем-то и не понимала, что она делает. Ну, мало ли. Но я заметил в ее глазах другую искорку, что она могла брать эти бананы, как бы присваивать и что-то из души своей в эти бананы записывать. А ведь она могла самопроклятие записывать и класть обратно, а человек купил их, пришел домой, скушал, и у него что-то началось по жизни. Во как интересно. Значит, получается, продукты способны записывать. Конечно, конечно. Древняя мудрость говорит о том, что обязательно старайся воспитывать своего сына во время того, когда он кушает. То есть, когда человек ест, в это время записывать на еду проще все, что угодно. Понимаете? Поэтому старайтесь кушать, не разговаривая ни с кем, и вообще, чтобы мало вас кто видел, что вы кушаете. На улице, когда вы идете, мало ли кто на вас посмотрит, да, вы едите. Это я как бы отдельно постарался в этой передаче вам как бонус дать, объяснить, что так записывается самопроклятие гораздо быстрее. Вот имейте это в виду. Другое дело, как все это чистить. Вы принесли домой продукты, те же бананы купленные, а там вот какая-то женщина рылась, да? Как это все чистить энергетически? Своих соучеников я учу, я могу научить и вас, приходите заниматься. Это все реально можно очищать, любые купленные продукты в магазинах. И все эти записи на вас действовать не будут. Это я как бы упредительно вперед вам сообщаю. Так что вот такие вот дела по самопроклятиям. Я чуть-чуть только занавесочку этой темы, ее тайны, да, приоткрыл. И вы уже услышали удивительные, я думаю, на ваш взгляд, материалы, которые уже как-то понадобятся у вас в жизни. Давайте послушаем второй вопрос Велиния. Совсем недавно я был свидетелем еще одной достаточно интересной ситуации. В нашем дворе гуляли две мамы и двое детей. Значит, это было два мальчика. Один мальчик Миша, он такой достаточно неуклюжий, а второй мальчик Вася. Он, наоборот, очень активный, подвижный. Так вот, мамы сели себе на лавочку и принялись вести какие-то свои женские разговоры и совершенно перестали обращать внимание на игру своих детей. Тем временем Вася подошел к этому Диме и начал его из-под тишка щипать. Он его щипнул один раз, второй раз, а на третий раз Дима уже не выдержал, и я заметил, как он просто так взял, рукой его, в принципе, слегка взял, так его толкнул, и этот вот Вася упал на травичку своей попой, мягкое приземление у него было такое. Что интересно, вот эти вот мамы, они ситуацию, когда Вася щипал Диму, они этого не видели. А вот то, что Дима его слегка так вот оттолкнул от себя, он фактически защищался. Вот, они это заметили. Мама Димы сразу же к нему подбежала, отшлепала его и еще заставила перед этим вот Васе извиняться. А мама Васи подошла к своему ребенку, погладила его, начала его утешать, то есть все нормально, сыночек, не расстраивайся, все в порядке. Так вот, у меня возникает такой вопрос. Какие изменения произойдут в судьбе вот этого вот ребенка, ребенка Димы, который, получается, фактически принял вину на себя за Васю? И еще, кроме этого, он был отшлепан. И, соответственно, какие изменения произойдут в судьбе вот этого вот ребенка, ребенка Васи, который был зачинщиком ситуации, но которого никто не шлепал, которого никто не заставлял извиняться. То есть, как бы он, кажется, казалось бы, на первый взгляд, вышел сухим из воды. Да, это часто встречаемое явление, когда вот с самого раннего детства, когда дети еще играются в песочнице, вот пример сейчас нам повествовал Велиний,
Когда дети играют в песочнице, то происходит кодировка чуть ли не на всю жизнь для такого ребенка, который вдруг попал в какую-то неожиданную и не очень приятную ситуацию. Ну, давайте рассмотрим. Рассмотрим вопрос, или вопросы уже, будем говорить так, здесь пару вопросов есть, веления в этой связи. Значит, вот тот ребеночек, который щипал, и его мама обняла и, в общем-то, успокоила, как бы, ну, все нормально, тебя ж толкнули. Он у себя на подсознании запомнил главное. Прецедент, да? Прецедент Раскольникова. Он ущипнул, его оттолкнули, но наказали того, кто оттолкнул. Он имеет право щипать. Понимаете? То есть у него отложилось главное, он имеет на это право. То есть он охраняемый, он любимый. Так, дальше. А другой ребеночек? Его щипали, ему это не понравилось. Он оттолкнул. Он не имеет права, оказывается, отталкивать, когда ему что-то не понравилось. А вот, получается, его еще и заставили извиниться за то, что он оттолкнул. И вот скажите, какой вырастет человек со первого ребенка и какой со второго? Ну, давайте со второго начнем. Ну, во-первых, чисто по закону, если кого-то кто-то обидел, тот другой заявляет об этом в полицию или же в суд, или же еще в какие-то органы и структуры. Да? И вот они-то, в соответствии с законодательством страны, разбираются, кто прав, а кто виноват, и кому что грозит, или же кто что должен получить в наказание или в поощрение. Значит, получается, это нормально же, да? Мама заставила извиниться. За что? За то, что она увидела. За то, что она увидела, что он оттолкнул этот ребеночек. Значит, у него отложилось в голове следующее, да? Если тебя ущипнули, не надо толкать, потому что за это придется извиняться. Ты не должен сам реагировать на нападения, которые на тебя совершают. Ты не должен самообороняться, да? А должен, наоборот, извиниться, как бы, да? Если ты сделал плохое. А если не сделал, то извиняться не будешь. То есть получается, когда нападает, пассивность воспитывается. Нападает, ты должен пассивно принимать и ничего не предпринимать. То есть это вырастет человек, который будет бояться самообороны, который будет всегда пассивен, когда его будут клевать по жизни. То есть вот такая, как бы, в каком-то смысле белая ворона. Или же он будет сопротивляться этой программе и будет выглядеть, наоборот, драчуном и будет сидеть в тюрьмах. Понимаете? То есть он будет все время стараться преодолевать вот эти вот все препятствия, какие-то, может быть, даже несправедливости, и получать за это по ушам по жизни. И даже сидеть, возможно, в тюрьме и там закончить свою жизнь. То есть это очень неприятные такие вот кодировки для мальчика. Ну и для девочки также. Конечно же, я утрирую, да, ситуацию. Конечно же, я вот беру самые такие неприятные вещи. Но все равно по жизни это будет минус. А у первого ребеночка что возникает? А у первого ребеночка возникает чувство гордыни. Я ущипнул, а меня оттолкнули. Какое он имеет право? А ну, о, извинился. Вот. То есть получается, что если он что-то хочет, и ему не дают, будьте добры извиниться. Я делаю то, что я хочу. То есть, во-первых, начальствующее начало, да, генерируется в человеке, и, естественно, будет стремиться быть начальником, управлять чем-то там и так далее, да. Но это будет какой человек? Человек недобросовестный, да. Человек, который будет способен, говорится, в темном месте, к темной стенке прижимать кого-то и делать, что он хочет, понимаете? То есть это тоже очень плохой человек, который тоже может плохо закончить свою судьбу, но он более хитрый. Значит, получается, что та мама, что эта мама, получается, сделали неправильные кодировки своим сыновьям. А как должно им
поступить было. А должно было поступить, не вмешиваться. Отряхнуть мальчика и все. Потому что она больше не видела другого, да? От чего это произошло. Та отряхнула, это отряхнула. Все, ребята, или играем, или, да, или расходимся. То есть оба расходятся. Потому что просто так ничего не бывает. Если ты не видела, значит, вы, ну хотя бы спроси у ребенка, если он сможет пролопопотать как-то и тебе что-то объяснить. Если нет, ну тогда не надо наказывать, не надо сейчас обвинять ничего. Совершенно. И не надо друг с другом ругаться и мамашам. Просто отряхнули и все, ведь ничего такого несусветного не случилось. Но все-таки сказать, что толкаться нехорошо. И ты себя веди тоже правильно. Просто так тебя Рома, может быть, и не оттолкнул. Ты что-то сделал, Роме, плохое? То есть спросить нужно было хотя бы. И, возможно, тот бы признался. Или же тот, которого ущипнули, сказал бы, он меня ущипнул. Понимаете? Или там ударил, или как-то. То есть, другими словами, надо все-таки разобраться всегда в ситуации, нежели сразу кодировать. Но здесь главное вот, что мы должны рассмотреть. Ведь у второго мальчика, мама которого заставила извиняться, которого ущипнули, у второго мальчика организовалось чувство вины. А значит, он что? Самопроклял себя с детства. Если это чувство вины было настоящим, то это самопроклятие стопудовое, которое так и потянется шлейфом по всей жизни этого маленького человека, который станет взрослым и будет страдать от этого. Обязательно будет страдать. Другое дело, что если он протестовал, да, он не хотел этого принимать, какое чувство вины у него все негодует, то, естественно, во что это выльется? Выльется это в обиду на маму. А значит, ребеночек, если попадет в особое состояние, может проклясть маму. И у мамы тоже начнутся проблемы. Понимаете? В лучшем случае он потеряет часть любви, хороших дружеских отношений к маме. Вы понимаете, между ними станет энергетический такой ежик колючий, да, который может навсегда не развеется, а частично так и всплывать, понимаете, по жизни. Тем более, что он может возрастать со временем через разные другие случаи. Значит, получается, будьте бдительны, когда вы обвиняете ребенка. Ребенок тоже может обидеться и проклясть вас. А если вы вызовете в нем чувство вины, то он проклянет себя. Совершит самопроклятие. Поэтому что хорошего в обвинении? Что для той страны, которая обвиняет, что для той страны, которую обвиняют, это очень даже плохо. Перестаньте друг друга обвинять. Любите друг друга. Это главное. Хорошо. Следующий вопрос, Белиния. Сегодня, когда я думал над тем, почему люди так часто обвиняют друг друга, в интернете прочитал интересное высказывание. Если люди обвиняют Бога за каждую слезу, то почему же они не благодарят Его за каждую улыбку? Ведь и вправду, я когда смотрю вокруг, замечаю, что люди больше склонны обвинять друг друга, нежели благодарить. Почему такое происходит? Хорошую тему поднял Велиний в своем вопросе. Действительно, у людей под руками всегда найдется какое-то обвинение. А вот поощрение, о них мы часто забываем. И мне здесь хочется сказать несколько правдивых слов для наших телезрителей. Пожалуйста, обязательно, если вы почувствовали или увидели, что ваш ребенок, ваш муж, ваша жена, бабушка, дедушка, брат, сестра, сослуживец, ваш соратник по бизнесу, ну, кто угодно, ваш ближний, да? А если он что-то сделал приятное вам и нужное, и полезное, даже то, что по расписанию вашего трудового законодательства положено, все равно поблагодарите его. Вы понимаете, как это важно для человека? Вот вы начальник, вы на работе, да? Человек сделал вам то, что должен как бы сделать. Ничего такого нет. Обычные трудовые обязательства.
Но это же здорово, когда в конце рабочего дня начальник вышел к людям в отдел и ласково сказал: «Я всех вас сегодня благодарю за работу на нашу фирму. Мира и добра вам. Ждем вас завтра с улыбкой. Счастья вам и приятного вечера». Вот как, по идее, должен вести себя настоящий начальник, вы понимаете? Это, казалось бы, вот... Ну что, подумаешь, он сказал что-то. Кто-то посмеется, а кому-то это приятно. Вы знаете, в любом случае, там, в душе, каждому человеку это будет приятно. В любом случае. И это очень хороший настрой. У кого-то даже усталость дня пройдет, понимаете? Это как вот, знаете, он душ принял. Даже с работы не захочется уезжать. Захочется еще, может, поработать. Ну, шучу, хотя в каждой шутке есть доля правды. Понимаете? Умейте благодарить друг друга. А особенно вот самые близкие, это муж, жена, дети, да? Ну почему не подойти, не поцеловать руку, щеку, что угодно, погладить, заглянуть в глаза? Почему не поблагодарить? Почему? Потому что существует баланс. Обвинение, допустим, 100 единиц, а благодарности 40 за день. Какое настроение у человека будет? Я думаю, все... Вот вы руки подняли и сказали: да, конечно, отрицательное. Этому человеку будет тяжко засыпать. А если у него благодарности 100 единиц, а обвинений 40, он будет налегке спать. Они легко, эти 40, забудутся и не будут мешать ему жить, понимаете? То есть очень важно выравнивать свои отношения с людьми. А как это делать? Вот вы почувствовали человека, допустим, ну как, вот зашел ваш любимый после работы, муж там или жена зашла. А вы вот расслабьте душу и посмотрите через нее, через ее вот ощущение, вы его больше сейчас обвиняете или же хотите порыв, да, поблагодарить за что-то. Если вы его обвиняете, значит, обязательно сейчас найдите за что поблагодарить, чтобы вот там, что обвиняете, ушло, чтобы оно... Может, растворилась даже и стала незначимым. Или же наоборот, вы чувствуете, что да, у вас очень много благодарности, а отрицания нет. Вот здесь вы можете, ну не то, что вину предложить человеку, а можете что-то потребовать, можете о чем-то попросить, можете на что-то указать. Ты знаешь, ты все-таки сегодня пыль там не протер, а обещал, да? То есть не надо обвинять. Если не трудно, ты это сделаешь сегодня, пожалуйста. То есть, понимаете, нужно всегда вот... Смотрите, если вы очень часто благодарили и чувствуете, что благодарность у вас перевешивает по отношению к этому человеку, вы всегда можете что-то попросить, всегда можете, если вы начальнику, даже приказать, понимаете? И здесь будет все на своих местах. Но если вы чувствуете, что у вас обвинение наперевес, и вы прямо сейчас хотите чуть ли не взорваться на него, обязательно найдите, за что поблагодарить. Ну вот жена, допустим, муж зашел, а она прямо хочет сорваться на него, что вот он растратил деньги, которые на мебель, растратил на автомобиль, зимнюю резину купил. Понимаете, вот сорваться хочет, но она понимает, должна сейчас, да, что этого делать нельзя. Если она сейчас сорвется, значит, будет перевес. Это мало того, что бессонная, возможно, ночь, но и все это отразится, может, и на сердце, и на отношениях, и вообще на чем угодно. Поэтому она возьмет и найдет, за что поблагодарить. Скажет: слушай, как а какую ты полку все-таки классную сделал? Он просияет. Понимаете, у него может даже слезы выступят, что вдруг его похвалили за эту полку, которую он 2 года как повесил, а вот сейчас только поблагодарили. Понимаете, как это здорово. Найдитесь, вот, чтобы выровнять отношения с человеком. Чтобы убрать чувство обвинения. Не забывайте, что обвинение – это страшное. Страшная сила. Ну хорошо, послушаем следующий вопрос Белине. Я заметил интересную особенность, что практически каждый человек хочет, чтобы его любили. Когда я общаюсь со своими друзьями, я часто слышу фразу, что он меня не любит, или же она меня не любит. И я так понимаю, что именно на этой почве очень много конфликтов возникает между мужчинами и женщинами. Скажите, пожалуйста, можно ли обвинять себя или кого-то за нелюбовь?
Конечно же, за нелюбовь обвинять нельзя. Тем более, если человек честно признался, что он не любит. Или же делает вид, что не любит, или показывает, да, своим поведением, что он не любит. Ну, нельзя, понимаете? Нельзя, даже если это откровенно сказано. Наоборот, надо поблагодарить. А может быть, даже сказать, что, ну что ж, начнем все сначала, возможно, мы сможем полюбить друг друга. Улыбнуться и попробовать действительно начать с чистого листа. Что, сразу думаете, вот развод и разбежаться нужно, что ли? Особенно, когда дети есть, совместно нажитое, значит, жилище, предметы какие-то и так далее. Не торопитесь. Любовь такая штука, которая может вполне воспитываться. Которая может как навык нарабатываться. Даже вот теми энергетическими отношениями, которые я в предыдущем вопросе отвечаю, да, объяснил вам. Значит, получается, обвинять не стоит. А как же нужно тогда поступать, если не обвинять? Любить. Научить любить человека. Или помочь научиться любить. Самому начать любить. А может быть, у вас слишком много наперевес обвинений, и поэтому человек, даже который вас когда-то любил, сейчас сторонится вас. Вот все спрашивают, а почему любовь проходит? Вот живут вместе муж и жена, а любовь проходит. А вы знаете, она часто проходит из-за вот этих обвинений. Женщина зачастую садится, говорит, на шею на мужа, да, и давай его погонять. Ты вот в этом не прав, ты должен вот это, ты должен вон то, ты должен вот это. Ну, мужчина всегда должен, это понятно, никто не отрицает. Он как бы действительно многое должен сделать в семье. Но погонять вот так вот постоянно, да, в глаза, стёбать по глазам, стёбать, как говорят в народе, это к хорошему не приведет. И человек в конечном итоге будет чувствовать себя обвиненным. Ему будет даже нехорошо и неприятно находиться рядом с такой женщиной. И эрекции даже у него может не быть на такую женщину. И импотенция быстрее разовьется, и проблемы, и болезни какие-то начнут себя выказывать. И инфаркты, и инсульты, и все что угодно, которые накапливаются, вы знаете это. У многих людей, которые страдают вот такими вот отношениями особенно. Значит, что здесь важно посоветовать? Что? Сами подумайте. Надо очищаться. Надо убирать эти чувства обвинения, да? И если за нелюбовь вы пытаетесь обвинять, это страшно. Еще раз хочу вам напомнить. А вдруг как тот человек не любит именно из-за того, что вы все время обвиняете, что вы требуете, да, ты меня не любишь, да, ты меня не любишь, ну что ж такое? Да нельзя так, если ты меня не любишь, это значит, вы уже строите этому человеку, вы уже заранее говорите ему, что ты виновен. Даже если ты любил или пытаешься любить, или временно как-то вот не так относишься, все равно ты виновен уже. Часто это звучит чаще от женщин, да, ты меня не любишь. Женщины, уважаемые, подумайте. Может быть, стоит увидеть любовь немножко по-другому, да? Она может действительно в сделанной полке, мужчина ее проявила, она вот, эта любовь к вам есть, да? Может быть, в туфлях, которые он отнес к сапожнику, ваши туфельки отремонтировал, принес вам, как Золушке, да? Вот. Может, еще что-то. Смотрите, ведь любовь, она по-разному проявляется. Не только в страстных обнимашках и поцелуях, а и во многом другом, в повседневных заботах. Вы просто не обращаете на них внимания. Собираете эти драгоценные вещи и благодарите, благодарите, благодарите за них. И вы увидите, что любовь будет поддерживаться. Поддерживаться. А вот это вот обвинение, что ты меня не любишь, тем более часто оно звучит голословно еще с самых ранних времен, когда еще люди, девушка и парень не поженились даже, а уже начинаются претензии, да ты меня не любишь, а потом поженятся, и опять это по жизни может идти, да ты меня не любишь и так далее. И отсюда вот все это накапливается. Не надо обвинять друг друга. Это страшная фраза «ты меня не любишь». То есть всегда, когда невежество хочет поработить человека, оно его старается в чем-то обвинить, понимаете? Вот если обвиняют человека, а в основном люди падки на что? Тут же пригнуться и почувствовать чувство вины, а значит самопроклясть себя. И стать зависимым от того человека, который вызвал тебе это чувство вины. Но вот здесь сильные духом, конечно же, бывает, да, уходят
в другое состояние, в состояние обиды. И тогда идет возвратный удар вот этому человеку, который пытался вызвать чувство вины. Возвратный удар в качестве уже проклятия. Ну и есть пофигисты, которым все пофигу, да. Ну, обвиняют, твоя проблема, как говорится. Ничего, да, совершенно. Но тот-то злится, естественно, он начинает, что, как змея, укусившая себя за хвост, проблемы себе и со здоровьем, и энергетические разные проблемы, и реальные, материализованные, пожизненно нарабатывать. То есть это тоже ни к чему хорошему не приведет, особенно если это ваш близкий человек, вы понимаете. Если там дочь себя будет так вести в отношении к маме или сын, то мама может очень быстро что, скончаться, да? Может под машину попасть, может заболеть какой-то болезнью неизлечимой. То есть вы убиваете своих родителей. Поэтому пофигизм тоже плохо. Не забывайте, что у вас есть хороший инструмент. Это благодарность. Даже если мама в чем-то не права, постарайтесь не обвинять ни ее, ни себя, а просто за что-то другое поблагодарить. Ну, переведите разговор стрелки, да, в другое русло. Мамочка, я тебя все равно очень люблю. То есть не надо говорить, ты не права в чем-то, я тебя все равно очень люблю. И ты знаешь, мне очень понравились сережки, которые ты подарила мне 2 месяца назад. Они так шикарно смотрятся. Все! У мамы сразу все просияло, она забыла, что она сейчас только пыталась обвинять в чем-то, понимаете? То есть и маме стало легче, и вам. Ну, будьте мудрее тогда, вы же дети современные, да, парни, да, девчонки. Ну, будьте немножко мудрее хотя бы вы тогда. Вы же индиго, вы более продвинутые, крутняк, как говорится. Ну, будьте вы тогда продвинутые. Ну, пожалуйста, тогда не обижайте своих родителей. Вы что, не понимаете, что вы тоже же будете родителями? И карма, она записала все, и значит, вам что-то будет подсунуто по жизни потом, чтобы отработать подобное. И ваши дети могут, или внуки, или другие какие-то люди также на вас отыграться. Но я уж не хочу сильно далеко пугать, я думаю, это вообще-то всем понятно. Вот. Моя задача была ответить на этот вопрос, я его на него ответил. Давайте следующий вопрос, Елене, послушаем. Каждый человек по-своему реагирует на чувство вины. Кто-то может на него не обратить внимания, а кто-то наоборот будет днями, неделями, месяцами, годами, а то даже и целую жизнь переживать. Естественно, что это будет ему мешать. И, соответственно, хотелось бы спросить, почему каждый человек на чувство вины проявляет разные реакции? Как можно защититься и избавиться от чувства вины? Ну, я уже немножечко отвечал на подобное, что спрашивал Велинии сейчас. Как можно защититься от чувства вины и избавиться от чувства вины? Ну, избавиться это обряд, понимаете? Обряд, который должен провести какой-то третий человек, то есть другой человек. Потому что самопроклятие – это такая штука, что попробуй ее убрать, это все равно, что укусить собственный локоть, понимаете? То есть самопроклятие – такая штука, что сам себя человек из него вытащить не может. Кто-то должен вмешаться, еще другой там маг, колдун, ведьма, там я не знаю, кто угодно, хоть это будет, может быть, парапсихолог, хоть это будет просто психолог, неважно. Но кто-то должен вмешаться третий, и он сможет вытащить человека. Сам человек избавиться от самопроклятия практически не может. Нет, может, конечно же, но это должен быть уровень уже развития такой у человека. Ну, он как минимум должен был уже... Я не хочу никому ничего навязывать, но как минимум должен был пройти хотя бы мою школу обучения. Почему? Потому что, ну, я правду говорю, это не потому, что я вас хочу привлечь к себе заниматься, придет тот, кому это нужно. Я просто объясняю, что структура подачи материала на моих живых вечерах обучения такова, что человек организовывается таким образом, что самопроклятие он может научиться видеть со стороны. Вот сейчас я объясняю, со стороны. То есть он, получается, видит себя не как себя, а как другого человека. Он умеет отделяться от себя. Не пытайтесь, сейчас какие бы технологии у вас ни были, вы не понимаете тонкостей, там просто так не отделишься, нужно сознание другое иметь. Так вот, человек может отделяться от себя и может себя почистить. То есть
провести раскаяние, особая структура. У меня есть для этого магический круг, есть такая тема, как слайды намагниченные к вам и от вас, и много-много других тем, которые формируют сознание, чтобы все это можно было совершить. Вот почему это не так просто. А обряд, когда проводится, ну да, конечно же, человеку оказали медвежью услугу. То есть ему провели обряд, убрали самопроклятие, но он потом может еще где-то какой-то такое же подобное, а может и посильнее заработать. Но это вот есть такой разряд людей, такой порядок людей, которые идут и просят, чтобы их избавили, а сами не хотят развиваться и заниматься. Ну, у кого-то, может, из них времени нет, у кого-то нет денежных средств для того, чтобы обучиться. Ну, опять же, здесь обвинять нельзя никого, да? Но вот есть такие люди, а есть другие люди. То есть у каждого свое, каждому свое, как говорится. Поэтому здесь надо меня понять правильно, что избавиться можно, но вот какими путями, я уже объяснил. Либо через знания, да, либо через какого-то человека, который проведет особые энергетические манипуляции. А вот как защититься от чувства вины? Ну, чувство вины ведь нагнетает, да, во время разговора, во время скандала, во время чего угодно. Но ведь до этого разговора, до этого скандала вы были в каком-то таком нормальном уравновешенном состоянии, да? Так вот, я вам советую всегда его и держать в себе. То есть помнить, на что вы опирались, когда были уравновешены. И вот сейчас идет скандал, сейчас идет обвинение, а вы опираетесь на все равно уравновешенность. А у вас там внутри кошки шкребут, да, ой, там опустилась пружина вниз, там давит, ой, как неприятно вам, да. А вы держите вот это вот уравновешенное состояние, помните его до начала вот этих манипуляций, до скандала, до обвинений, и держите, не упускаете. И можете разговаривать как угодно, но держите в себе вот это состояние. Если вам удастся его удержать, то вы не сможете себя обвинить. Обвинение не произойдет. И проклясть не сможете. Вот эта пружина, она сама раскрутится и уравновесится. А тот человек, может, даже подойдет, скорее всего, и извинится. У него возникнет чувство вины у самого, и он начнет извиняться. Та же мама, которая там на дочь очень сильно там наезжала, как говорят современным языком, вдруг через минуту, две, пять вернется в комнату, обнимет ее и скажет: слушай, ну забудь, да, я что-то вот наговорила не то, извини меня, пожалуйста. То есть мама почувствует это, потому что если дочь не приняла эту энергию, ее отрицательное обвинение, то она обязательно останется с мамой. Если она оставалась, дочь, вот в этом состоянии ровном, да, удерживалась, помнила себя и свою душу, и свою уравновешенность до начала скандала или обвинений, и когда мама уже ушла после обвинения и скандала, все равно это держала в себе дочь, уравновешенное состояние, то мама обязательно извинится, это 100%, потому что эту энергию не приняли, она пойдет за ней. Или же тогда ее накажет, конечно же, накажет маму. Ну, вот знаете, я поступаю как иногда? Для того, чтобы не наказала человека, потому что знаю свою силу, если меня начинают обвинять, а я очень легко не принимаю обвинения, человек уходит с ним, и если он не передумал и не извинился, то, естественно, у него будут проблемы, возвратный удар будет прямо, вот, может, прямо вот через минуту, понимаете? Он может упасть и ногу сломать, говорится. Но если это близкий человек, не близкий, какая разница? Я всегда стараюсь, когда это почувствую, вот такое, что человек уходит с таким вот тяжелым, да, состоянием, которое его сможет очень сильно ударить, я стараюсь тогда с ним поругаться. То есть выкрикнуть на него что-то, наговорить, может быть, даже сругаться как-то, но оставаясь в этом уравновешенном состоянии. То есть вот то, что внутри, что он набросал в меня, я стараюсь просто перевести в слова и в какие-то движения. Ну, конечно, не бить его только, да? Но как только я почувствовал, что я отсюда все выбросил, то получается, все, что он в меня пытался впихнуть, я это вот превратил, материализовал, да, в слова, какие-то выкрики там, в удары, может, кулаком по мебели там и так далее. Но все равно я оставался в уравновешенном состоянии. И тогда я все это выбросил, человека не накажет, ну, неразумен он, да, не накажет, ну, и я обвинений не получил. Понимаете? Но это вот, кстати, выход. Я очень часто так поступаю. Некоторые думают, что вот тот он раскричался, прям там еще что-то. Да я
Да если я не буду кричать, еще хуже будет, понимаете? Еще хуже будет. Просто вот убить даже может человека. Поэтому и говорят в народе, не бойся собаку, которая лает, а бойся ту, которая кусает, тихая такая, да? Вот если бы я тихо так в комфорте вот там оставался, в уравновешенном состоянии, то что хотите? Человек ушел бы с этим и обшарахнулся, и не извинился. А вдруг он был такой вот, да, настойчивый и не извинился. Конечно, ударит, понимаете? Я помню такие моменты, когда они происходили, вот такие удары. Поэтому я научил себя лучше выкрикнуть, лучше отсюда выбросить. Я помню, как мама меня обвиняла на кухне. Я стоял как раз, очень сильно какую-то гадость говорила. Она была не права 100%. Я не принимал это. И она, значит, где-то вот ну, большой тазик стоял на плите. И масло там разогревалось. И вот это масло с тазиком полностью ей на живот вылилось. Все масло вот это горячее. Раскаленное, понимаете, кипящее масло. Опять же, самое интересное, что я, конечно же, энергетически выразил состояние, что безопасности, чтобы у нее ничего не случилось. Самое интересное, никаких даже шрамов потом не осталось, все прошло бесследно. Но я с подобных вот времен, когда был очевидцем вот такого, да, наказания, понял, что лучше отсюда я выкрикнул, лучше я по мебели стукнул, лучше я еще что-то сделал, ну, чтобы этого человека не убило, там, не наказало, вот и так далее, понимаете. То есть это тоже защита, так я иногда поступаю. Но люди не все понимают это, и порой реагируют неадекватно, и думают о том, что псих, типа мы сейчас тут это, психиатричку на тебя вызовем, да, вы понимаете, да лучше он пускай так психанет. Люди, кстати, люди некоторые интуитивно защищаются так, таким образом, чтобы другого не ударило, и чтобы ему-то плохо не было после того, как тот на него вину какой-то человек, да, пытался нагораживать. Вот видите, какие интересные тонкости открываются. Вот это вот то, что касается защиты. Хорошо, следующий вопрос Велиния. Буквально вчера по радио я слышал интересную фразу, что совесть создана злыми людьми для того, чтобы она мучила добрых. Подскажите, пожалуйста, как чувство вины связано с совестью человека? И могут ли в действительности какие-то злые люди специально провоцировать в человеке чувство вины? У каждого человека есть своя мораль, которую он приобрел или приобретает еще в процессе своего развития или по жизни, когда он шагает уже после школы, там, после института и так далее. То есть у каждого есть своя мораль. Конечно же, она соткана из коллективных кусочков разных, из той же конституции страны, из тех же правил поведения на работе и дресс-код так называемый, и отношения там, где прописаны, в котором, да, и отношения с близкими, с друзьями, со служивцами, ну и так далее, и тому подобное. То есть у каждого есть своя мораль. Ну и в том числе, конечно, и религиозное начало там тоже оказывает немалое влияние. Но когда человека бывает так, что обвиняет злой, специально, намеренно какой-то человек, чтобы специально подковырнуть и вызвать чувство вины, то он будет что делать? Он будет стараться искать опорные точки вот этой морали в человеке, которая она есть. Да? И так извращаться в своих словесах, логику так подводить, чтобы человек вдруг, опираясь на эти моральные принципы, которые в нем есть, вдруг увидел себя со стороны и сказал, блин, да я же не прав. Вот. То есть вот в человеке старается вызвать вот это чувство вины за счет того, чтобы вот лукаво подвести к опорным точкам его же морали. Если такое не удается, а это зачастую не удается, то злой человек тогда навязывает ему свою мораль. То есть он тогда тарахтит, много говорит, так что человек в это время, он забывает о том, что у него есть свои представления об этом предмете, свои чувства, свой опыт там и так далее. Он вот сейчас слышит много-много всего, вот так, и человек вдруг понимает, что он не прав. Почему? Потому что ему сейчас вот быстро схода наштопывает быстренько другую мораль. Вот. И в этой морали так заблуживает быстренько энергетически, что человек себя осуждает. А потом, когда он выныривает из этого состояния, он вдруг понимает, что вообще-то он был прав, но он себя осудил уже, самопроклятие совершилось. Понимаете, какая штука-то? То есть вот обычно
Зло, оно действует вот таким напором, да сразу набегает, быстренько что-то много говорит, ну как вот оно может говорить, допустим. Но ты понимаешь, что ребенок должен был пойти в школу, вот, что ребенок должен был быть не голодным, а сытым, хотя бы коржик съесть, да, третье, десятое, еще что-то, еще. И человек, раз, и он забыл о своей морали, о том, что оказывается у него есть 1000 оправданий, он был в больнице у своей больной мамы там и так далее. Он забыл уже об этом, потому что ему быстро наговорили другого и быстро оставили что? Вызвать, сгенерировать чувство вины. Самое главное для злого состояния, для злыдня, да, для злого человека, это вызвать в добром человеке именно чувство вины, обвинить его. И вот поэтому злой человек быстро набрасывает сеть, да, вот каких-то движений, предложений, слов эмоциональных, таких вот поворотов, изворотов логических, и человек не успевает думать о своем, он отделяется как бы от себя. Особенно это хорошо получается, когда человек находится во власти любви, когда он там любит человека, ну это будь девушка или там парень, неважно, то здесь человек вообще забывает о своих моральных принципах, и ему быстренько навешивают другие моральные принципы вот на эти мгновения, пока он совсем вот рядом со своим объектом любви. И человек себя обвиняет, понимаете? И человек себя обвиняет. Кстати, это очень часто встречаемое явление, когда муж побил жену, Она твердо уверена, что она сама же и виновата. Понимаете? Почему? Потому что во время вот того, когда она его любит, а после этого он вдруг ее обнял, там еще, ну, когда испугался, что его в тюрьму посадят, да, стал просить ее прощения, то быстренько наговорил, что почему он сделал там и так далее, что она, любя его, вдруг поняла, что она не права была, действительно, поэтому вот он бедненький такой вот разгневался и ударил ее, понимаете? То есть вот... Получается, зло, да, неважно, интуитивное или намеренное зло, оно очень хитро, оно старается вас, значит, подорвать в вашем моральном устое, то есть либо найти ключики к вашим педалям морали и обвинить вас, либо быстренько закидать эти все педали моральные ваши, личную мораль убрать, набросать свою. Ну, за счет чего? За счет вот любви, за счет там денег, допустим, я тебе зарплату плачу, да, все, вот ты теперь уже будешь обвинен. Человек, когда ждет, что ему зарплату заплатят, то, естественно, он работает, чтобы его не выгнали с работы, и он уже себя обвинит 100 раз, понимаете? То есть вот столько этих вот разных зависимостей бывает, что, сами понимаете, трудно даже себе представить. Даже просто ребенок в школе учится, а классный руководитель на него, говорится, наехал, да? И естественно, что... Он же может ему всю карьеру в жизни испортит и плохой характеристикой, и отметками и так далее. Да? Значит, естественно, ребенок уже обязан понимать, что всегда этот вот учитель прав. Он будет свою мораль навешивать, которая будет совершенно чужда этому ребенку, и ребенок будет все время в состоянии вины ходить. Естественно, получается, он проклятие по жизни, так и пойдет идиотом. Извините за такое грубое выражение. То есть здесь очень много вот таких вот вещей, на которые нужно обращать внимание. Следующий вопрос, Велиня. Как научиться определять, где самопроклятие, а где проклятие? Если у человека самопроклятие, то оно всегда при нем. То есть оно выражается в его настроениях к жизни, в общем фоне жизненном, в том, как он себя ведет с людьми, даже если ему хорошо, понимаете? То есть, каково его здоровье? То есть, везде оно всегда волочится с ним рядом, пока не материализуется, как говорится. То есть, это всегда состояние в человеке какое-то вот дискомфортно, всегда ощущается, даже когда все хорошо, и вот что-то не так, понимаете? Многие пытаются там делать сноски на то, что надо расслабиться, выспаться там или попить какие-то успокаивающие препараты. На самом деле это все связано с самопроклятием. Ну, конечно, бывают и усталости, но зачастую именно самопроклятие. А вот проклятие, оно не при человеке. Не при человеке. В основном проклятие находится где-то на стороне. То есть, когда человек вспоминает о каком-то сюжете своей жизни, о каком-то событии, и ему становится как-то не по себе. Или что-то напоминает ему об этом, да? Тоже не по себе. Вот он взял какую-то там ручку и говорит про себя, да, что это ручка того человека. И ему как-то уже неприятно. Или же он что-то делает, допустим, там отверткой заворачивает что-то, и вдруг почувствовал, что он делает именно это так, или сказал какую-то фразу, как тот человек, от которого проклятие-то и пошло.
и он сразу чувствует дискомфорт. То есть всегда, когда вспоминается косвенно или напрямую о том человеке, о событии, откуда пришло проклятие в вашу жизнь, или в жизнь человека, он всегда ощущает дискомфорт именно со стороны идущей, понимаете. Во сне может на него что-то такое нагнетаться, в размышлениях, в чувствах, музыка может навеять что-то и так далее. А вот когда само проклятие, это всегда при человеке. Он всегда это ощущает при себе. Просто ничем даже не связано. Вот трудно даже связать. Казалось бы, это же от конкретного пришло, от того, который вот помог, обвинение дал тебе, да? Да, да. Но если ты вспоминаешь его, ты чувствуешь перед ним чувство вины. Вот это уже генеральная проверка. То есть, если у вас какой-то дискомфорт, да, какое-то вот угнетенное состояние, что вы ощущаете себя униженным. Вот с кем бы вы ни общались, вы чувствуете, что вы ниже этого человека. Вот сейчас я уже говорю конкретные энергетические принципы. Да? Что бы вы ни делали, вы всегда чувствуете, что вы гораздо ниже и недостойны чего-то. То это точно у вас есть самопроклятие. Это 100% топудово у вас есть самопроклятие. И если вы сейчас вспомните конкретно, какой человек вызвал это у вас или ситуация, то это будет еще лучше, если вы будете работать по ликвидации этого негатива в своей жизни. Ну, вот так бы я ответил на этот вопрос. Хорошо, следующий вопрос, Велиния, послушаем. По опыту своей жизни я часто замечаю, что если зацикливаюсь на чем-то, то это начинает мне мешать. Но оно постоянно присутствует в памяти, и тем более, если это что-то неприятное. И, соответственно, я как бы начинаю задаваться вопросом, если вдруг человек понял, что он совершил самопроклятие, как он должен думать, чувствовать, действовать для того, чтобы это состояние не усугублять? Я предлагаю вспомнить то, о чем я сегодня уже говорил. Если у вас есть проклятие, самопроклятие, извините, и вы ощущаете какое-то вот такое вот зацикленное неприятное состояние, дискомфорты какие-то, то постарайтесь держаться в ровности, в уравновешенности. Хотя бы так, в уравновешенности. Что бы вы ни делали, не вздумайте себя дальше осуждать. Не вздумайте себя принижать перед каким-то другим человеком, который вообще никак не участвовал в вашем самопроклятии. Не вздумайте в другой какой-то ситуации вести себя униженным. Ведите себя комфортно и нормально. И то, что было, не принимайте. Это отдельная штука. Не усугубляйте его. Потому что если вы сейчас начнете таким образом, реагируя, допустим, увидя другого человека, почувствуете себя приниженным, за счет того, что у вас есть самопроклятие, если вы так будете начинать чувствовать, вы будете размножать это самопроклятие, вы еще будете его получать, еще, и так можно дойти до самодурства, до дурдома, извините, до сумасшествия, до самоубийства многие доходят через все это. Не доводите себя до белого, говорится, колена, да, не надо, а то еще и кого-то и убить можете, понимаете, или навредить себе, членовредительство какое-то организовать. То есть вот постарайтесь помнить, да, не надо усугублять, не надо размножать собственное самопроклятие. Не размножайте его. Держитесь нормально. То, что было, это было. А сейчас, это вот сейчас. И сейчас вы нормальный человек. Ни перед кем не униженный. И тот человек, который с вами сейчас общается, он совершенно не ведает об этом вашем самопроклятии, об каком-то когда-то совершенном унижении и чувстве вины вашей. Ему пофигу, и вы довольствуйтесь, вот отсюда говорите с ним, вот отсюда. А то не касается вас, с этим вы материалом знаете уже, как работать будете. А здесь дальше не размножайте это. А если вы будете от того состояния себя обвинять еще и перед другими людьми, в других ситуациях, то это будет размножение самопроклятия. Вот этого не надо. Ну и еще хотелось бы спросить вас, будут ли люди в новой эре всемирного сознания обвинять себя или кого-то в чем-то? Новая эра всемирного сознания – это удивительное пространство жизни, ближайшего будущего уже для человечества. Но, как ни странно, чувство вины там обязательно будет возникать. Но оно будет именно на уровне самопроклятий. Смотрите, как интересно. Сейчас у нас что? Есть полиция. Существуют разные органы, наблюдающие за действиями граждан, контролирующие органы.
общества и так далее и тому подобное. Ну, потому что сознание у каждого свое, и оно разобщенное. При организации всемирного сознания, новой эры всемирного сознания, этого не будет. Там практически и полиция будет нужна. Ну, а тогда как же действовать? У всех будет общая мораль, общее представление о жизни, общее видение мироздания, понимаете? Общая религия, если хотите. И каждый человек, пропитанный таким состоянием, нарушая что-то, будет тут же организовывать себе, автоматически будет чувствовать чувство вины, вот ощущать чувство вины. А значит что? Самопроклинать себя. И поэтому он будет быстренько либо ретироваться, потому что как только это чувство появилось, он должен что-то сделать такое, чтобы отработать эту энергию, понимаете? Чтобы вот она не наказала его. Я уже как-то говорил в передаче об этом, но немножечко повторюсь. То есть что он может сделать? Он может пойти и подъезд, да, помыть соседний подъезд в доме для того, чтобы снять это чувство вины, потому что он сегодня проехал на красный свет, понимаете, ночью, хотя его никто не видел. Но он помоет весь подъезд. То есть вот пока он не почувствует внутри, а он внутри должен почувствовать именно облегчение, что он снял вот это самопроклятие, ну, он не успокоится. И это будет нормально. То есть человек сам себя будет наказывать, а точнее отрабатывать свои проблемы, свои какие-то обвинения, свои какие-то нарушения. И поэтому, в общем-то, чувство вины будет руководить правильностью поведения людей. То есть оно, может быть, не столько будет самопроклинать человека, потому что до этого вряд ли кто будет себя умышленно доводить, а скорее будет что? Организовывать исправление. Ну, иногда, конечно, будут и самопроклятия организовываться и напрямую выливаться на жизнь человека. Но тут уж, извините, конечно же, такие люди будут наказаны, это понятно. Но в основном чувство вины, конечно, будет во всемирной эре, да, сознания новой. Но, еще раз подчеркиваю, оно будет прежде всего преследовать цель – это помочь человеку понять, за что, и вернее, что он сделал не так, и что нужно исправить, и как исправить. Или же, действительно, как я и сказал вначале, за что. То есть, если его наказало, он не исправлял, да, то он поймет, за что наказало. Но это будет реже встречаться в той эре. Спасибо, Всеслав Маркович, за ваши ответы. Мира вам и добра. Удачи!